Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели Радио Динамит ФМ. Спасибо большое диджею Цепи. С этого момента и до полуночи вместе с вами Марсель Гонсалес, который поздравляет всех с праздником Святой Пасхи. Кстати, около побережья Чили, между Чили и Японией, есть остров с одноименным названием Пасха. Кстати, об островах. Сегодня в самом начале мы побываем на Карибах, вернее, на Бермудах или где-то еще. Барбадос. Барбадос. Есть такой остров, откуда вот самый первый коллектив, который вы услышите сегодня. Музыка, как всегда, очень разнообразная. Как и обещал, сегодня будет The Herbalizer и их песня «Мистер Холмс» для тех, кто ее ждал. Ну что ж, мы начинаем. Поехали. Группа была создана около 12 лет назад. Композиция называется «Рагамаффин». Как обещал, это Карибы, Барбадос. Не очень много прорывов музыкальных на западный рынок было сделано с этого острова, с Ямайки побольше было. Ну вот, например, это как наши ППК, которые прорвались в Британию. Эти же завладели всем миром и считаются одной из самых веселых и самых успешных групп, которые работают в стиле рага. Push!
ФМ очень хорошие вибрации. We'll be right back.
Затишье в композиции 22.15. Скажу пару слов для тех, кто только что подключился. Это Динамит FM. С вами живой микс Марселя Гонсалеса на протяжении 2 часов на этой волне. Москва 101.2. Наш эфирный пейджер 755-6575. Абонент Динамит. Приходят письма по электронной почте. Очень приятно получать ваши отзывы и предложения. Больше всего отзывов, причем довольно лестных. Я еще раз повторюсь, что большое вам за это спасибо. Это действительно очень-очень приятно. Будем стараться и дальше. Будет сегодня и новая музыка. Люди, которые слушают программу каждое воскресенье, заметили, что есть повторы. Конечно же, без них никак, потому что те песни, которые, я считаю, нужно выделять, я их ставлю как можно чаще. Чаще, пока не надоедят. В частности, это была «Como estás», проект мне пока неизвестный, с композицией «Mamma Mia, Mexico». Все ее помнят, наверное, она была несколько минут назад. Seventh day.
Очень хорошие вибрации. 22.18, это Рубинштайнер. Электронный проект Фреда Ландьё. 5 марта выходит новый альбом под названием «Wunderbar Dry». А на дворе уже май, то есть месяц назад уже вышел новый альбом. Я его еще не приобрел. Но очень хочу это сделать. Очень близок по духу мне этот человек. Я чувствую, мы бы сошлись с ним и подружились, если бы Рубинштайнер, еще раз повторюсь, это француз Фред Ландье, который взял себе компаньона еще человека, чье имя я пока еще не могу вам сказать, не нашел информацию. Вообще очень сложно найти информацию об этом проекте, но мы будем искать, и сдаваться я не собираюсь лично. Давайте послушаем рекламу, после нее мы продолжим. Вечер 22.24. Я не забываю о нашем пейджере Сергей Роджер. Особенный привет, наш постоянный слушатель-послушатель этих двух часов на Динамит FM. Я напоминаю, что это воскресный живой микс от Марселя Гонсалеса, настоящего индейца. Oh,
Цепочки, цепочки на дорожечку. Великая вещь от Джорджа Гершвина, правда, уже в ремиксе, но в совершенно свежем. Пластинка вышла в 2002 году. Великая Summertime на Dynamit FM. Ремикса United Future Organization, ну а исполняет Сара Воган, наверное, так можно прочитать, по буквам V-A-U-G-H-A-N, Summertime. Summertime.
Гонсалес, Москва. В миксе на Динамит FM. Alors citoyens, levez-vous pour vous battre, car il ne faut pas se laisser faire mater. Monsieur le Président, n'est-ce pas dans tranchant, c'est mes plaines de sang. The nation want it for you to rule, so you must be straight like a ruler. Instead you turn around, killing the citizens, using police pour mouiller contre les citoyens innocents. Dans leur propre cité,
дальше и дальше мы продвигаемся в ночь. Пока что на часах 22:38. Это Динамит FM и Марсель Гонсалес. Ранее, до этой композиции, Daddy House, Tout le Monde. Вот эта музыка могла родиться только на таком жарком тропическом острове, как Джамайка. Это, конечно же, не регги, это скорее даб на французском языке, сделанный в Европе. А даб каким образом появился? Растаманы шутят, что когда какая-то регги-группа играла в очень-очень, под очень сильным палящим зноем солнца, там на Ямайке, было очень жарко, и музыканты стали играть очень медленно. Таким образом появился даб. А сейчас в эфире проект Brace, композиция Domestic Transfer. Тоже свежая вещь, релиз. И после нее я поставлю долгожданную композицию «Мистер Холмс» от группы «Herbalizer». Через 42 минуты нашел кнопку здесь у нас под пультом, которая активирует чат на сайте www.dynamitfm.ru. Работает чат активированный, как уголь, и добродушный, как ваш покорный слуга Марсель Гонсалес. Приходите, пожалуйста, здесь пока мы с Акаки Акакиевичем треплемся. Может быть, еще кто-нибудь подойдет. Так на чат не зазывают. Кто первый зайдет после нас с Акаким Акакиевичем, тот получит золотые горы. Не, если серьезно, то вполне можете рассчитывать на компакт-диск. Thank you.
композиция нравится все больше и больше. Она, по-моему, войдет в мой вечный чарт. Это Herbalizer Мистер Холмс, обещанное мною произведение, которое сейчас записывается на кассету вместе с моим голосом. Сообщу тогда сухую информацию. 13 треков на альбоме Something Wicked This Way Comes, который уже вышел, и все правильные люди его должны приобретать. Завтра в магазины срочно. Как раз открываются после праздников. Вас порадует этот диск очень-очень. У Herbalizer свой собственный звук, который ни с кем нельзя перепутать. Это просто отдых для уставших от подделок мозга и ушей. Марсель Гонсалес, Москва, в миксе на Динамит FM. African Friendship, африканская дружба. Так называется трек от Аббас Ландау. Сразу вспоминается фестиваль дружбы молодежи и студентов, по-моему. Он проходил в 85-м году, если мне не изменяет память. Все тогда было очень интересно. Людей вывозили из города, особенно детей, куда-нибудь подальше от всего этого. Но было весело. Не так ли? Так ли? Das ist Dynamite FM, живой микс Марселя Гонсалеса. Мы продолжаем. Это третья часть этого часа. В следующем обязательно буду ставить пластинки в стиле техно. We'll be right back.
Beautiful Tracks играют сейчас в эфире Dynamit FM. Очень нежные хаус-латино вещи. После Bust Land Out сейчас в данный момент It Intuit O Preju Koso. Новая версия. Для вас на радость всем. Кстати, на чате очень много человек, людей появилось, просто настоящая диско-мания началась. Два человека обрели компакт-диски, какие, я еще не знаю, но это будут диски из моей коллекции, компакт-диски, потому что виниловый проигрыватель, даже у меня дома его нет, вот на работе, короче, верчу пластиночки.
И японский коллектив Kyoto Jazz Massive на Cirque du Soleil Restless Soul Remix, практически smooth jazz в конце этого часа. Резкая перемена сейчас ожидает всех. Слава богу, что погода не меняется. Очень радует теплое солнышко, которое греет нас, печет нам затылки, позволяет расслабиться, выпить пиво на природе, пообщаться с друзьями, раздеться догола. Но этого еще не было, но планируется. Может быть, как-нибудь вечерком. Около острова, озера Синеж. Вообще, водохранилище, конечно же, это очень замечательно, когда рядом можно и на рыбалку съездить, и отдохнуть хорошенько с надувной лодкой или даже с катамараном. В общем, меня занесло куда-то туда, опять обратно на дачу, так что я возвращаюсь для того, чтобы слушать музыку вместе с вами.